он прибежал прямо со сцены. У нас идет спектакль «Укрощение строптивой». В этот знаменательный день, в день театра, международный праздник. Уильяму Шекспиру 450 лет. Режьте меня, там что. Зародилась, значит, идея такая. Показать Шекспира таким, каким его еще не было. И что он может быть не только в форме спектаклей, в форме каких-то поэтических вечеров, его тексты могут быть использоваться. А это могут быть песни, это может быть интерактив, это могут быть этюды, всевозможные, связанные... На отвлеченные темы, не знаю. Что говорю, глупости какие-то. Пойду спектакль играть. Значит, мы спускаемся в подземелье, которое называется Трюм. Вот таким образом устроен круг, да, это вот поворотный механизм. Будьте осторожны, берегите головы обязательно. Над нами сейчас играют актеры «Укрощение строптивой». Мы находимся с вами под сценой. И вот под этот глухой бой шел весь спектакль. Сверху на героев все 3 часа действия лил дождь. Это была такая настоящая мрачная, туманная Англия. Это репетиционный зал театра, но сегодня это пространство, посвященное спектаклю «Макбет». Вот эти мечи в самой первой, да, если я не ошибаюсь, сцене, они втыкались, они летели из-под колосников самого верха сцены и втыкались в планшет. Все это происходило синхронно, одновременно, и эффект был потрясающий, конечно. Здравствуйте. Да вот в таком костюме, наверное, играли Гамлета и Мочалов в 19 веке, и Качалов в начале 20-го. Есть и женский костюм той эпохи, вот такой этот елизаветинский. Очень древний костюм, это видно по его внешнему виду. Образцы такой вот шекспировской роскоши. То, что ассоциируется в сознании массового зрителя с настоящим Шекспиром, это что-то очень роскошное. Я бегу к следующим экскурсантам, уже к зрителям, потому что спектакль наш заканчивается.